Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем наши встречи, или как их назвать, курс лекций. После прослушанной вводной лекции по концепции общественной безопасности сегодня у нас первая тема. Тема самая важная, на которой, в общем-то, все зиждется. Это фундамент концепции общественной безопасности. Тема называется «Триединство. Материя, информация, мера». Значит, человек воспринимает окружающий мир органами своих чувств. Вот вы на плакатике видите восприятие человеком окружающего мира. Вот если так, ну, конечно, это на картиночке, вот представить всю Вселенную, во Вселенной все процессы носят колебательный характер, звук колебания, свет колебания, значит, электрон колеблется, вращается вокруг ядра атома, ядро в молекуле, Земля вокруг Солнца, вокруг Земли Луна вращается, Солнце как-то в галактике там перемещается. То есть все процессы колебательные. Радиоволны – это колебания, электромагнитные волны – колебания. И вот все эти колебания человек воспринимает своими органами чувств. И у нас вообще принято в учебниках вот зрение – это видимый спектр частот, слух – звуковой спектр частот, обоняние – это восприятие вот на молекулярном уровне, осязание, вкус. И вот эти вот органы чувств, они признаны. Непризнанным легитимной наукой, хотя уже сейчас тоже есть понимание, это биополе человека. То есть человек излучает колебания, и об этом у нас пойдет речь дальше, и воспринимает тоже колебания. Ну вот примером такого восприятия, например, смотрите, на солнце вспышка, это все знают. Значит, а у человека бах, сердечно-сосудистая система сжалась. Вы знаете, там благоприятные, неблагоприятные дни, прогнозы все делают. Что это такое? То есть колебательные процессы на Солнце сказываются на человеке. То есть он воспринимает эти колебательные процессы. И у человека есть биополе. И вот концепция общественной безопасности, значит, рассматривается, и большое внимание уделено биополевым структурам, вот излучению человеком колебаний и восприятие всех колебаний через биополе. Это вот на этой картиночке мы восстановили. То есть вывод какой? Человек воспринимает все, что вокруг него происходит, значит, в качестве колебательных процессов, в том числе и биополе. Вот на следующей картиночке речь идет о мировоззренческих системах. Вот все, что происходит в мироздании, мир и все процессы, которые вокруг человека происходят, человек может воспринимать либо правильно, либо неправильно. И в зависимости вот от его восприятия, значит, бывают следствия соответствующие. И от этих следствий, а причиной является либо правильное, либо неправильное понимание окружающего мира, зависит, вообще говоря, жизнь и смерть целых цивилизаций. То есть, как мы уже во вводной лекции рассмотрели, если человек правильно воспринимает окружающий мир, правильно оценивает обстановку вокруг него, правильно оценивает явления, в том числе и социальной жизни, он принимает правильные решения. А если он ошибочно воспринимает окружающий мир, то он решения принимает ошибочные. Ну вот я сейчас такой самый впечатляющий пример приведу, вот что сейчас выплывает. Вот смотрите, пьяница. У пьяницы двоится в глазах, то есть у него мир искаженный. Он видит два человека, вот, а на самом деле один. Значит, я даже знаю случай, вот один пьяница, он как попал, значит, в автомобильную эту аварию. Ехал мотоцикл, там, вернее, значит, машина с одной фарой, а ему показалось, что два. И он между двумя мотоциклами нырнул и показался под машиной. То есть вот так же и в восприятии. Вот мы правильно оцениваем, забастовка – это что такое? Это люди борются за свои права или это наоборот, значит, используют людей для достижения своих целей? И много вот таких парадоксальных явлений, которые на первый взгляд нам кажутся очевидными, а если глубже заглянуть, значит, оказывается, что все совсем не так. Поэтому люди могут жить в гармонии с природой и другими людьми, то есть с окружающим их миром, а могут, то, что мы уже говорили о концепции, могут принимать других людей за говорящие орудия, которых можно эксплуатировать как скот. Вот мы фактически в такой цивилизации живем. И вот это, именно это,
То, что я сейчас показываю вот на картинке, это определяют мировоззренческие системы. И от них следует все остальное. История, идеология, право, финансы, они зависят от мировоззренческих систем. Что такое мировоззрение? Мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов, убеждений, которые определяют отношение человека и к окружающему миру, и к самому себе. Вот простейшая картиночка. На ней нарисовано что? Значит, вот химический завод, он, из него там, значит, из трубы идет дымок, вот самолеты сбрасывают бомбы, а рядом в это время деревья, птички поют, солнышко светит. Здесь ходят демонстранты, хочу, значит, зарплату там, значит, кто-то возникает еще против чего-то. И вот человек смотрит и на эту сторону жизни, и на эту, и на основании своего понимания он формирует отношение и к природе, и к жизни, и к общественным процессам, и к экономике, и так далее. И вот эти мировоззренческие принципы, совокупность вот этих принципов, взглядов и убеждений, они формируются на основе философских взглядов, нравственных взглядов, эстетических, политических взглядов человека. Но только философия, обобщая вот все элементы мировоззренческой системы, придает мировоззрению завершенный вид. Какие бывают типы мировоззрений? Ну, по известной классификации, там вообще говоря, их всяких много, если залезть в эти словари философские, там чего только не найдешь. В пределе их можно свернуть к двум. Первое, то, что главенствует сейчас в нашем мире, это материалистическое мировоззрение и идеалистическое мировоззрение. Или еще иначе их называют научное мировоззрение, это считается материалистическое, и религиозное, это вот идеалистические всякие там религиозные верования, культы и так далее. Вот плюс к этому есть множество всяких других названий. И вот все эти названия, все эти взгляды можно свести всего к двум моделям. И они здесь представлены. Первая модель – это калейдоскоп, и второе – мозаика. Ну, все знают и мозаику, и калейдоскоп. Что такое мозаика? Вы наверняка в городах, на выставках встречали мозаичное полотно. И там вот из цветных камушков или, значит, различных элементиков составляется мозаика, на которой какая-то картина изображается. И человек, глядя вот на эту картину в целом, если он даже какой-то фрагмент этой картины не видит, или, например, старое мозаичное полотно, где какая-то часть картины облетела, камушки отскочили, он может мысленно достроить эту картину. А в калейдоскопе там все крутится, вертится, детская игрушка. Помните, вот так там ее крутнешь, одна картинка, крутнешь, другая. Вот при калейдоскопическом восприятии мира, значит, люди считают, что все случайно, кругом хаос, причинно-следственных связей никаких нет. А при мозаичном восприятии мира, мир единоцелостен, все в нем упорядочено, все взаимозависимо и взаимообусловлено. И все процессы связаны между собой так или иначе определенной мерой развития. Вот вроде ничего тут хитрого, однако в этой хитрости очень глубокие последствия есть. Вот наша вся академическая наука, она фактически базируется на калейдоскопическом восприятии мира. Все случайно. Значит, кругом хаос. Ну, в частности, многие экономические теории сейчас, они базируются на так называемой теории Ильи Пригожина. Или еще ее иначе называют там синергетика, по-разному есть эти названия. Но суть сводится к чему? Илья Пригожин – это русский, он русского происхождения, жил в Бельгии, он недавно умер, вот где-то год назад приблизительно. Вот. И он создал такую, его самая такая знаменитая книга «Порядок из хаоса». Или у него еще есть работа, есть «Стрела времени» и многие другие работы. Что он там делает? Он вообще делает простую вещь, которая заключается вот в чем. Он процессы, которые происходят в химическом, физическом мире, он переносит их на социальные процессы. То есть он говорит, вот есть какие-то процессы,
там что-то диффундируют, молекулы между собой сталкиваются, там все, и потом, то есть хаос кругом. И при определенном стечении обстоятельств, бах-трах, наступает некая точка бифуркации, так называемая, и система переходит в новое состояние. Ну, вообще говоря, в физическом, химическом мире такие явления действительно есть, но их нельзя переносить на социальную среду. Почему? Тем самым он лишает человека сознания, то есть мы как бы неразумные. То есть вы, люди, вот диффундируете, поэтому случилась революция, масло подорожало, понимаете, да? Поэтому вдруг бах-трах, наступит точка бифуркации, и мы перейдем в некое другое состояние. То есть все процессы у него получаются в социальной среде неуправляемы. Я вот был на кондратьевских чтениях в Санкт-Петербурге. Они проходили в 95-м году еще, весной. И я там удивился, вот все практически, кто выступали, они все выступали экономисты с позиции Ильи Пригожина. То есть вот синергетика, хаос, вот эта точка бифуркация, то есть все базируется, оказывается, вся наша экономическая наука базируется вот на этой теории. То есть мир для них рваный. Поэтому вот эти две модели, они очень важные. А выбрать здесь как? Это вот тот самый произвол. То есть либо ты понимаешь, что происходит, либо не понимаешь. А далее тебе навязывается та или иная модель. Идем дальше. Значит, как это достигается, вот такая подача знаний? Ведь в мозаике и в калейдоскопе камушки, составляющие одни и те же. И вот перед вами следующий слайд, картинка. Что здесь нарисовано? Вот если мысленно представить все знания в виде цветных черепочков, вот красная физика, биология, это зеленый, химия, там синий, математика, красная и так далее. Видите, вот много-много знаний. И вот есть пустые рамки, картина. Картина 1, картина 2. И человечек смотрит на эту картину и на эту. И вот эти знания можно человеку дать в виде мозаичного полотна или в виде калейдоскопа. При мозаичном подаче знаний, значит, если чего-то, вот смотрите, мозаичные картины мира. Вот человечек смотрит, домик, труба, птички поют, здесь озеро, солнышко светит, из трубы идет дымок, все хорошо. Значит, другая картиночка внизу, ну вот птичек меньше стало, кустиков меньше, да, лучей солнца меньше. Но человек, он картину-то видит всю, она для него остается прежней. А при калейдоскопическом восприятии мира, значит, не надо даже убирать какие-то знания черепочки. Надо просто их поменять местами, и картина принципиально изменится. Так вот, вся наша академическая, высшая, так сказать, средняя и дошкольное, школьное образование, они все формируют у людей калейдоскопический идиотизм. Когда знаний человек ему вкладывает туда в голову много, а соединить их между собой человек не может. Я вот в Санкт-Петербургской публичной библиотеке как-то встретил книгу, она называется «Книга для начального чтения». Автор ее педагог, Водовозов такой. И вот, что удивительно, я вспомнил свою матушку тогда, когда нашел, она закончила 4 класса церковно-приходской школы, и там, говорит, я спрашивал, мам, как там тебя учили, и вот она рассказывала, как их там в школе, птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, и вот эта книга для начального чтения, для самых обыкновенных людей, она так выглядит. Листаешь первую страничку, там вот этот стишок, птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, переворачиваешь, там, значит, как живут животные, переворачиваешь, там какая-то басня, переворачиваешь, там сведения из географии, переворачиваешь, там сведения из истории. То есть вот эта книга для начального чтения формировала у детишек целостное восприятие мира. А теперь у нас как? Приходит урок один, урок другой, да? Значит, один по биологии, другой по математике. И люди в результате этого, они, например, вот я пример просто приведу. Вот наши ученые, политики, они не понимают, что религия – это средство управления миллионами людей. Поэтому они говорят,
Религия – это вне государства. Но ведь под религиозными взглядами, под информационным воздействием религиозными, люди руководствуются и ведут себя в жизни определенным образом, да? Но религия отделена от государства. А у разных религий разные идеологии, так ведь? Вот у христиан одна, у мусульман другая, даже то, что говорится ростовщичество. Но наша власть этого не понимает. Почему? Не потому, что они какие-то, а они вот как раз, они страдают калейдоскопическим идиотизмом. Они не могут, например, пронять такую вещь. Вот опять мы уже говорили с вами на вводной лекции, я вне политики. Политика – это управление миллионами людей. А некоторые считают, я буду заниматься экономикой. Я вне политики. Надо экономику делать. Но ведь именно политические взгляды определяют мир экономических отношений. То есть это вот такая дурь. И я вот был недавно на, форум российских производителей, партии российская Рыжков, который руководит бывший премьер-министр СССР еще при Горбачеве, который был. Российское общество товаропроизводителей, так скажем, предпринимателей. Ну и там Делягин, который сейчас его раскручивает, авторитета. Вот он тоже, значит, там выступал и говорит, я пришел к выводу, что надо идти в политику, потому что ни одни экономические там меры, они не решают в стране ничего, поэтому надо идти, вот, и он пошел в эту самую, как она, родину, вот, Рогозин, Глазев, и туда, к ним. Даже если вспомнить годы перестройки, так называемых реформ, то что оказалось? Наши выдающиеся реформаторы, это Березовский, Гусинский, они чем? Сначала же занимались экономикой, потом поняли, что вся экономика подчинена политике и ринулись в Думу, да? Но и в Думе ничего не решается, потому что Дума подчинена глобальной политике. Вот это, ну, доказательство того, что все это раскрывается. Вот. То есть, формируется это в системе школьного образования. Поэтому, ну, например, не может быть эффективным экономика как таковая. Эффективным может быть что? Управление экономическими процессами, народным хозяйством. Значит, надо знать, как управляется экономика, да? Методы, способы управления. А у нас, помните, генеральный секретарь, экономика должна быть экономной. То есть, такая дуристика, что все базируется как раз на управлении. Вот пример, так сказать, поэтому методология, вот роль методологии, философия выполняет еще и методологическую функцию. Методология – это система принципов и способов построения и организации теоретической и практической жизни людей. То есть все определяется методологией. И она же, сама методология, есть и учение обо всей этой системе. Поэтому методология – основа самостоятельного познания мира. Кто ее не знает, тот заложник того, кто ее знает. Вспоминаем вот эти пирамидки. Помните, мы на вводной лекции? Значит, пирамидка структуры общества и пирамидка знаний. Наверху как раз методология. Поэтому тот, кто не знает методологию, он становится заложником того, кто знает и понимает эту методологию. Поэтому помните, Козьма Прутков как говорил, «зри в корень». Поэтому методология – корень любой власти. Вот здесь красный лозунг такой. Поэтому кто знает и владеет методологией, того не проведешь. Поэтому мы-то в концепции общественной безопасности и как раз людям говорим, овладейте методологией. То есть умейте отличать правильное от неправильного, ложное от истины и так далее, верное от неверного, правду от лжи, то есть обыкновенные вещи, что такое справедливо, что такое несправедливо и так далее. Значение методологии. Ну, в подтверждение того, что я сказал, вот на этой картиночке изображено что? Пример. До 1917 года в России господствовала какая методология? Цитатно-догматическая. То есть богословие, вот Библия, и вся государственность строилась в чем? Православие, самодержавие, народность. Так ведь, да? То есть все догматы библейские были. Поэтому новые методологии, диалектический материализм, вот он, диамат, и комиссары в пыльных шлемах, значит, вот они. Он легко с ней разделался. Мы уже с вами рассматривали, вот фильм «Максим»,
Помните, большевики почему победили? Они посадили рабочих за парты, давали им новую методологию. Там было много ошибок, там неверностей, но она была гораздо мощнее, чем цитатно-догматическое богословие. И поэтому диалектический материализм легко с ней разделался. И вот когда сейчас многие пытаются, ну, оправдать там, а вы внимательно посмотрите на кадры кинохроники. Вот я буквально вчера у вас в гостинице смотрел, значит, ведь это народ громил церкви-то. Вот сейчас это пытаются, нет, там, представить по-другому тем, кому хотелось бы. Но люди видели, попы самвона говорили одно, а в жизни другое. И когда дали возможность, так сказать, они громили церкви. То же самое произошло, собственно, и в 91-м году. Что произошло? А люди видели, генеральные секретари с трибуны одно, да, а в жизни другое, то есть живут по-своему. И когда многие сейчас думают, почему народ не вышел на защиту там власти, 20 миллионов идеологических бойцов в 91-м, и никто палец о палец не пошевелил. Почему? А та же самая ситуация. То есть люди простые видели эти партагеносы из ЦК КПСС и в райкомах, парткомах и так далее. Значит, кстати, анекдот, вот знаете, про чем отличается, говорит, партком от партков. Ответ такой: в партках помещается одна задница, а в парткоме несколько. Значит, народ видел, значит, все это. И когда, так сказать, все это состоялось, никто и не вышел защищать. Вот вам вроде бы такие вещи, как они воспринимаются народом. И хотим мы или не хотим, вот почему сейчас это происходит, три поколения советских людей освоили более совершенную методологию диамата, много в нем ошибок, и поэтому их назад в цитатно-догматическое богословие не затащишь, не получится. То есть, вообще говоря, вот наша страна впереди всей планеты в чем? Мы отвергли в 17-м году идеалистический атеизм, а в 91-м отвергли материалистический атеизм. То есть там в церкви-то Бога-то нет. Вместо Бога было, значит, другое понимание. Ну, а уж здесь откровенный атеизм марксизма был материалистический. И поэтому наши люди, наша страна, как ни одна страна в мире, готова к восприятию целостного мировоззрения, новой методологии. Ну и важно, что вот вывод какой из того, что я сказал. Для сокрытия возможности познания мира надо изъять, скрыть методологию, что и было сделано древнеегипетским жречеством, о чем мы говорили в самом начале. И сейчас мы вот перейдем к этому. Ну, напомним, потому что лекции смотрят разные люди. Я очень коротко расскажу, что такое идеализм. Идеализм от французского слова «идеализм» и от греческого «idea» – «идея». Это древнейшее философское учение об идеальном духовном основании мира. Значит, это учение не отвергает природу, материю, но считает их низшими, а потому неистинным родом бытия. И противоположное учение – материализм. Значит, Библия – это как бы документ, выражающий вот идеалы идеализма. Вот в книге Моисея, давайте задумаемся, как там описывается бытие. Вот как Бог творил. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Процесс творения какой? Семь дней, первый день. Создание света, отделение света от тьмы. День, ночь создавалась. Второй день. Бог создал твердь небесную. Третий день. Создание суши и растений. Четвертый день. Создание двух светил и звезд. Обратите внимание, двух светил и звезд. То есть одно светило Солнце, другое светило Луна. Значит, пятый день. Создание рыб, пресмыкающихся птиц. На шестой день. Создание скотов, гадов, зверей. Тут же сотворение человека. Седьмой день. Бог отдыхал. Вот. Я для чего это как бы перечислил? Вот каждый здесь присутствующих, и кто смотрит сейчас этот фильм, вот вы признаете это или не признаете? Это ваше право. То есть хотите признавать, что это так было, что Бог отдыхает.
Я вам процитирую другой документ, Коран. Там вот описание того, что приблизительно здесь говорится, звучит так. «Аллах, нет божества, кроме Него, живого, сущего, не овладевает им ни дремота, ни сон», то есть он не отдыхает. «Ему принадлежит все, что в небесах и на земле. Кто предстанет пред Ним иначе, как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, что будет после них. А они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю, и не тяготит Его охрана их. Поистине Он высокий, великий». Что здесь, вот в этом определении Бога? Вселенная вечна, она всегда была. Бог никогда не отдыхает. Все во Вселенной принадлежит. А здесь вот ничего не было. То есть, как бы два начала. Либо Вселенная вечна и бесконечна, и все процессы в ней управляются. Либо ничего не было, и она из ничего была сотворена. То есть, если уж говорить это, речь идет опять о сверхвзрыве. Вот о появлении Вселенной. Но учтите, что наши ученые все, они рассматривают это, только руководствуясь своими знаниями о фрагменте Вселенной, а до конца они ее не знают. И если уж говорить о сверхвзрыве, то, может быть, он и был в нашем фрагменте Вселенной. Но тогда точно другой, противоположный или какой-то другой процесс был в том фрагменте, о котором мы не знаем. То есть во Вселенной все процессы колебательные. И колебания, вы знаете, могут длиться там, то, что мы взяли там герцы, там секундами их меряем, периоды, а могут миллиардами, миллионами и триллионами лет эти колебательные процессы вечной и Вселенной. Вот. Материализм. Материализм от латинского materialis, то есть вещественный. Это тоже древнейшее философское учение об объективном бытии мира, его независимости от воли управления духа, сознания. То есть все материально. Он не отвергает духовные явления и ценности, но рассматривает их как свойства, определяемые материей на высших уровнях ее развития. Противоположное учение – идеализм. Ну и вот таким последним модификацией, что ли, вот этого материализма – это учение марксизма. Марксизм – это чисто материалистическая точка зрения. Это что такое? Учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Что оно в себя включает? Это система философских, экономических, социально-политических взглядов. Сформирован он был, марксизм, в середине XIX века. И, как я уже говорил вот во вводной лекции, был востребован глобальной мафией для решения проблем, значит, своих удержания управления всеми общественными процессами на планете, в частности, для сдерживания процесса потребления людьми материальных благ. Провозглашаемая цель какая была? Освобождение пролетариата от капиталистической эксплуатации. И для обоснования этой цели был проведен анализ важнейших положений бытия: материя, сознание, закономерности исторического процесса и так далее. Марксистская философия считается это научное мировоззрение. Оно отвергает религиозный взгляд на мир. То есть оно говорит, материя первична, сознание – результат отражения объективных процессов мира, значит, и материя, когда переходит в некое новое качественное состояние, якобы сама. Как получилось вот, без управления? Ну, случилось так, и образовался человек. Об этом мы ниже рассмотрим. Я для чего это вот два этих мощных учения рассказал? Это вот то, что мы знаем, это нам говорили, это об этом говорят и сейчас, философские справочники и так далее. А теперь говорю то, что мы не проходили. Вот есть такая книга, сейчас она в репринтном издании, если мне память не изменяет. А, ну вот тут даже написано. Книга для начального чтения, я уже сказал, «Водовозов» 1878 года. Значит, в ней говорится вот о чем. Самая главная каста, управляющая всем, была каста духовных или жрецов. Они предписывали царю, то есть фараону, как жить и что делать. Высшим божеством в древних египтян был бог Амун. В его лице соединялись четыре божества. Богиня Нет – это вещество,
из которого состоит все на свете. Бог неф – это дух, оживляющее вещество, или сила, которая заставляет его слагаться, изменяться, действовать, то есть управляющее начало. Ну, это по-нашему, по-современному информации, или ее еще и называют энергией. То есть вот первое – нет – это материя, неф – это информация. Богиня Пашт – это бесконечное пространство, занимаемое веществом, и Бог Себек – это бесконечное время, которое нам представляется при постоянном изменении вещества. И вот все, что ни на есть на свете, по учению египтян, происходит из вещества, через действие невидимой силы, занимает пространство, изменяется во времени, и все это таинственным образом соединяется в четырехедином существе Амуне. Вот это в книге для начального чтения. И это тоже было известно. А вот что не было известно, что нас не учили никого. Есть такая система Сефирот. Это в книге инженера путей сообщений Шмакова, репринтное тоже издание 1911 года. И вот что там говорится, значит, это в 10-м аркане этих сефиротов. Значит, вот цитирую. 32 путями, чудными, мудрыми, начертал Иа, Ебе, Саваоф, Бог Израиля, Бог живой и Царь вечный, Эль-Шаддай, милосердный и прощающий, возвышенный и пребывающий в вечности, возвышенный святый имя Его, и создал мир свой тремя сефирим, началами. Сефар, Сепур, Сефер. Вот это я процитировал. Книга Сефер и Ецира, то есть это еврейская Тора, называется книга творения. Сефер и Ецира. А дальше в примечании, в книге Сузари, значит, расшифровка вот этого. Что это значит? Сефар – это должен обозначать числа, которые одни доставляют нам возможность определять необходимые назначения и отношения каждого и вещи для того, чтобы понять цель, для которой она создана. И дальше, внимание, и мера длины, и мера вместимости, то есть объем, и мера веса, и движение, и гармония, все эти вещи управляются числами. По терминологии, вот это сефар – это мера. Сепур. Сепур выражает слово и голос, потому что это божественное слово. Это глаз Бога живого, кто породил существа под их различными формами, будь они внешними, будь они внутренними. Это его надо подразумевать в этих словах. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Вот это информация. И сефер обозначает Писание. Писание Бога есть плод его творения, это материя. И дальше. Слово Бога есть его Писание, мысль Бога есть Слово. И вот то, что здесь красным нарисовано, вот внимание, вдумайтесь внимательно. Так, мысль, Слово и Писание, так, мысль, Слово и Писание, суть в Боге лишь одно, тогда как в человеке они суть три. То есть в Боге это все вместе, а человек так устроен, что он может воспринимать частностями. И я вот сейчас давайте отвлечемся от слайдиков. Я вот сейчас расскажу, а потом дальше будем детализировать. Вот что сделало древнеегипетское жречество. Смотрите, любая вещь, которую вот мы знаем, она материальна. И материя предстает нам в виде пяти агрегатных состояний. То есть есть твердая материя, жидкая, газообразная, плазменная и физический вакуум. Есть еще статические динамические поля и частицы всякие. Но это ладно, мы там, это для эрудиции. Но хотя бы все знают, что материя бывает твердая, жидкая, газ материя, ну плазма тоже. Материя, огонь это же материя. А теперь вопрос такой. Вот любой из тех, кто смотрит этот сейчас фильм,
Значит, вы можете себе представить абстрактную твердую материю? Вот абстрактную, вот материя какая, вот твердая. Нет. Вы же ее можете представить в виде конкретной какой-то вещи, так ведь, да? То есть кусок кирпича, железяка какая-то, вода, либо река, либо вода в бутылке, так ведь, да? То есть материя, она как-то упорядочена, она как-то имеет образ, да? То есть без образной материи нет. То есть любая вещь имеет образ. И вот этот образ, упорядоченность, это и есть информация. И мы узнаем о всяких вещах путем того, что мы черпаем информацию о любой вещи. А теперь дальше. А любая вещь, она наделена всей полнотой сведений о самой себе. Вот если взять там любую вещь, там, ну даже, так сказать, вот тоже кусок кирпича, давайте возьмем. Он что, имеет вес, имеет цвет, имеет запах, имеет атомарную структуру, молекулярную структуру, имеет размеры, да? То есть толщину, ширину, это объем. Вот это все называется одним словом мера. И получается, что любая вещь, она материальна, то есть она состоит твердой, жидкой, газообразной и так далее, она упорядочена, имеет образ, и она обладает о самой себе всей полнотой сведений. Что сделало древнеегипетское жречество? Пользуясь тем, что в человеке суть три, материю отдало науке, и ученые там копошатся, препарируют что-то, значит, изучаю всякие частности. Образы. Я закрыл глаза, и я могу представить вот эту камеру, которая меня снимает. Вот что у меня там в голове? Камеры ведь нету, а образ камеры пересел на клетки моего головного мозга. То есть мы говорим, нет вещи без образа. Безобразной материи не бывает. И образы переносятся с одного фрагмента Вселенной на другую, так ведь? А теперь дальше. А я знаю полное устройство камеры? Нет. То есть я знаю, вот там вижу, ага, вот это стеклышко меня, значит, линза снимает, куда-то там попадает, там на пленку записывается. А во всех деталях я ее не знаю. Она о самой себе все знает. Вот вообще говоря, вся хитрость. То есть, если вы посмотрите, вот есть вся Вселенная. Она вечная, бесконечная. Там есть кометы, планеты. Значит, есть там, значит, скопления, галактики и так далее. Там есть в этой во Вселенной законы всемирного тяготения, передачи информации и так далее. Закон Ома, закон Киргофа. А мы все законы Вселенной знаем или не все? Не все. Поэтому что? Вот вся Вселенная, она обладает всей полнотой сведений о самой себе. А мы осваиваем всю эту полную меру путем освоения частных мер. Я вот сейчас вспоминаю, в 96-м году, ну вы все эту передачу слышали, Ворошила такой, помните у него «Что, где, когда», он автор этой передачи, значит, знатоков-то. Вот. И он, значит, задал там вопрос такой знатокам. А вопрос звучал так. Фараон позвал жрецов и сказал им: «Так, жрецы, скажите мне такое слово, с помощью которого описывалось бы все мироздание в целом, одним словом». И там бам, гонг, и, значит, знатоки стали чесать репу, чесали, чесали там, советовались, так и не определили, что это слово. Время истекло, опять гонг, и голос там, знаете, как он с прибамбасом ответил: «Это слово мера». То есть вам тоже вот доказательство, что, в общем, это было известно. Что сделало древнеегипетское жречество? Материю отдало науке, информацию или образы Святой Дух отдало церкви, меру спрятало и за счет сокрытия меры реализовало глобальный принцип управления. Что первично, материя или сознание? Все. Кстати, вот это «что первично, материя или сознание», значит, человек с двоящимися мыслями, то есть это мозговой разжиж. Поэтому олицетворением этого мозгового разжижа является наш герб двухголовый.
Значит, такой птицы нет. И вы знаете, вот это две головы, туда цыпленок, табака. То есть, когда царь-император инспектировал один из кораблей, подошел, ему там говорят: царь-батюшка, проверьте боевую политическую подготовку наших матросиков. Он подходит и спрашивает: так, матросик, ну-ка скажи мне, что есть двуглавый орел? Матрос так вытянулся и говорит: урод, ваше величество! То есть такой птицы в природе нет. Значит, и вот это олицетворение его, как раз олицетворение мозгового разжижа, значит, что первично материя или сознание. Вот фактически, вообще-то, поэтому нет, я вот что еще хочу здесь сказать, вот об образах. Почему религии отдали образы? Потому что в религии, когда человек закрывает глаза, он может оперировать образами. И вот эта способность человека, значит, оперировать и анализировать за счет того, что у него есть образы, и позволило древнеегипетскому жречеству реализовать этот принцип. То есть вот духовность образами, Святой Дух, стяжание отдать церкви, материю, то, что вот оно вот, ее пощупать можно, это вот, а эти образы, их нельзя пощупать. А это нельзя оторвать одно друг от другого. Поэтому вот все, что я вам сказал, давайте дальше просто проиллюстрируем, как это происходит. И вот здесь картиночка такая, восприятие человеком Вселенной. То есть на примере радиотехники, вот стоит человек, видите, солнышко светит, облака, он воспринимает все это. Что происходит с точки зрения? Значит, вот есть один фрагмент Вселенной, и есть другой фрагмент Вселенной, это человек. Все это вокруг среда окружающая, это среда. Один фрагмент Вселенной излучает какие-то колебания. Эти колебания воспринимаются другим фрагментом Вселенной, и под действием этих колебаний что-то происходит. То есть человек, в частности, если говорить о человеке, познает окружающий, то есть другой фрагмент Вселенной оказывает на него какое-то воздействие. Формализуем этот процесс. Итак, есть передатчик, есть приемник, есть среда, в которой, и есть вот частотные процессы, которые протекают во всей Вселенной. Что это такое? Информация из внешнего мира, а может быть и из внутреннего, если вот вы любой закроете глаза, да, и ваш внутренний мир, вы будете как бы себя из долговременной памяти, из подсознания там выводить на уровень сознания, обрабатывать все это дело, то есть из внутреннего мира, воспринимается органами чувств. Дальше что? Запоминается подсознанием, доходит частично до осознания, то есть здесь речь идет о чем? Вот подсознание, тоже важный момент. Человек биополем воспринимает все происходящее, все и сразу, то есть сразу за счет колебательных процессов, как фрагмент Вселенной, он воспринимает все. А на уровень осознанности у него выходит не все. То есть он может достать из подсознания, но в частности вот этим является, как можно доставать из подсознания, это сны. То есть если вы, так скажем, задаете какой-то вопрос, мы к этому вот еще подойдем, но пока сейчас, вот вам Вселенная, а Вселенная это и есть вот, если для первого приближения тот самый Бог, значит ответ дается сразу и мгновенно. Но человек, редкий человек, может сразу это вывести на уровень осознанности. Ответы, как правило, приходят во сне, когда мозг человека, сознание, подсознание, еще не проснулось, но еще спит. Вот это полусонное состояние надо продлить. За счет чего? Надо лежать с закрытыми глазами, то есть чтобы не обнулилось там, и продлить вот это свое такое полусонное состояние. И попытаться те образы, которые тебе пришли, а образы какие даются? Ведь Бог разговаривает с человеком на каком языке? На каком? На языке том, который понимает человек, его образами, которыми он живет. И вот эти все сонники, если уж говорить о сонниках, то они были приемлемы для того общества, когда информационное состояние общества было одинаковым. То есть приснился огурец, там, значит, в дождю, приснилось там тебе топор, значит, потому что... А сейчас вот мне, например, мне снятся ракеты, котельные, солдаты, то есть то, чем я жил. Поэтому вот толковники всех этих снов, они сейчас бессмысленны.
Мы еще об этом поговорим, но вот я просто, чтобы заинтересовать тех, кто смотрит вот это вот. Значит, надо уметь подобрать и расшифровывать самому то, что тебе дается ответ во сне. Вот. И наложить та проблема, которая тебя мучит, наложить ее, значит, на ту картинку, то, что тебе приснилось во сне, и вы найдете ответ. Ну вот, в частности, я могу рассказать, вот у нас есть один из товарищей, вот Георгий Алексеевич Вощепанов, все его уже знают, вот как мы с ним познакомились. Он меня возил в Москву туда и обратно, из Краснознаменска, где я живу. Ну, я ему часа полтора туда, часа полтора обратно, лекция. А он пил, курил там, значит, все, что не положено делать часовому на посту, он делал. Никаких богов там, конечно, и речи не могло быть, то есть там, значит, все понятно, то есть крутой. Вот, ну и читал эти лекции, я вот когда речь зашла о богах, там все, значит, о молитвах, я говорю, а ты вот попроси, попробуй вечером, в том числе о снах ему рассказал, говорю, ну попроси, и утром тебе во сне, если, значит, что-то покажется, попробуй наложить эти образы. И что вы думаете? Ну, молитва его заключалась в чем? Он, это в газете он написал, можно проверить, и он говорит так, ну Бог, в общем, ты если там есть, то ты мне вот помоги, тут меня, значит, обманули, а его действительно кинули там на несколько, ну, так скажем, десятков тысяч долларов, то есть на сотни с гаком. Вот, где, кто меня обманул? И что вы думаете, сны ему не снились никогда вообще? То есть он забыл про них. И утром ему снится сон, причем цветной. А вы знаете, что цветные сны – это редкость. И в этом во сне он видит комнату, где лежит бумаги, полка, шкаф, на котором вот кто и как его кинул, здание-то. Он проснулся в холодном поту, меня забыл взять, поехал быстро туда. А дальше такие обстоятельства. Он приехал в это здание. По случайному стечению обстоятельств охрана его пропустила там. По случайному стечению обстоятельств он подошел к той двери, которую не знал, да? Уборщица там убирала, и она тоже его пропустила. Он входит в шкаф, открывает полку, бумага, вынимает папку, точно, там как бы вещдок того, кто и как его кинул. Можете проверить. Вот после этого Жора бросил курить, пить, так сказать, все, и пришел, и понял, так сказать. То есть Бог дает каждому доказательство своего существования сам, языком жизненных обстоятельств. Вот что я хотел сказать. Поэтому восприятие вот всех процессов, значит, человек, то есть я вот на примере этой картинки хочу сказать, что в подсознании у человека есть все, но на уровень вот осознанности сразу до него доходит частично. И хитрости никакой нет, можно вывести вообще все. Стоит только захотеть, это вот самый простой пример, я вам рассказал, сны и так далее, то есть это элементарно все делается. Вот, поэтому надо только что для восприятия человеком, и не только человеком, надо, чтобы уровень сигнала был выше порога чувствительности приемника, это вот говоря родиным языком, была совместимость приемника, передатчика среды по способности взаимодействия друг с другом, то есть совместимость по материальному носителю, по системе кодирования, это вот я уже говорил, то есть если с вами будет разговаривать на китайском языке, вы же не поймете, правильно? Поэтому разговор идет в образах, в картинках. Вот. И была фиксация информации в приемнике. То есть изменялось его информационное состояние, упорядоченность. А ежели твой приемник зашумлен алкоголем, наркотиками, то есть, ну, мягко говоря, не работоспособен, там многие помехи, то ты и не воспринимаешь ничего. Тоже очень серьезная вещь. Вот вам процесс восприятия человеком Вселенной. Ну уж, коль скоро мы коснулись, давайте я вот на этом участке лекции расскажу с точки зрения триединства, что делали наши русские святые, когда это называлось стяжанием Духа Святаго. Тоже очень интересно. Учение о стяжании Святаго Духа у нас в Русской Православной Церкви восстановил, вы знаете, Серафим Саровский. За что он был признан святым, так сказать, его канонизировали. А где он стяжал Святой Дух-то? Не в церкви, обратите внимание. И все, кто стяжал Святой Дух,
они всегда из церкви уходили. Либо уединялись в келье, либо уходили в пустынь. Серафим Саровский, в частности, ушел в лес и молился на камне. Почему? А потому что в церкви много помех. Попы поют, хор церковный, воздействуют, тебе не дают сосредоточиться. Значит, женщины красивые отвлекают тебя. Свечки, иконы, там, позолота. То есть человек смотрит, у него мыслей-то о Боге там и нет. То есть много мешает, помехи. А что делали русские святые? Они садились на хлеб и воду, то есть пост. Это значит, что они промывали клеточки своего тела чем? Чистой водой, чистым питанием. Потому что человек состоит из того, что он ест и пьет. То есть очищение, то есть свое прием-передающее устройство проводили в порядок, в чистоту, чистили реле, транзисторы, там все. Значит, дальше что? Отключались от помех молитвой, уединением, отстраивались от шумов на лоно природы, чувствуете? И настраивали свой передатчик, молитву, концентрация. И им приходило откровение уже не во сне, а напрямую. То есть приходило в виде откровений, как Мухаммаду, да, как Иисусу Христу на горе, помните, Бог с ним разговаривал, как Моисею вообще говоря, то есть это реально все. Сейчас есть некие вот тоже, то, что мы называем ясновидящие, они тоже говорят, а вот мне кто-то разговаривает. Мы к этому вернемся, я сейчас пока опущу, потому что все невозможно рассказать. Мы рассмотрим это в эгрегорах, когда будем рассматривать, что такое эгрегоры. Вот, то есть тут еще надо посмотреть, с кем разговариваешь, с Богом ли. Это вот мы посмотрим, когда будем рассматривать достаточно общую теорию управления, устойчивость процессов. Вот. Поэтому описание процессов, отображение в мироздании, оно выглядит как? Вот есть объективная реальность, то есть все мироздание, ну то, что называется материя. Ну вообще говоря, теперь уже можно говорить потихоньку, надо приучаться к тому, что Бог есть. То есть Бог истинный и сотворенное им мироздание, это и есть объективная реальность. И вот это мироздание, оно состоит в видимой материи. Вот говорят, видимая материя и тонкие миры. Что такое то невидимый мир? Это частотные процессы, то, что мы не видим. Газ, мы его не видим. Вот. Материи вообще не бывает. Вся материя упорядочена. Безобразной материи нет. Вот упорядоченность, образ, дух – это вот нечто нематериальное, значит, которое назвали в науке информацией. Все. То есть нет вещи без образа. Вот описание процессов отображения. Вот смотрите, пример тоже простой. Что значит такое информация? Поясняем. Вот есть живой пейзаж природы. Вот представьте, домик, дорожка, солнышко, птички поют, деревья растут, травка, озеро здесь и так далее. Вот, или облако. Значит, то есть пейзаж. Стоит художник, он нарисовал кистями, кистью нарисовал вот картину. Получается, что вот картина отображает пейзаж живой природы. Она практически идентична, но она полностью соответствует вот этой нет, то есть там нет объема и так далее, нет движения на картине. Фото. Раз, сфотографировал. А вообще на черно-белом фото, вроде пейзаж тот же самый, но он черно-белый, то есть красок нет. На цветном уже получше. На видео кассету записал, уже там движение есть, да? То есть мы видим что? Да, ну и, наконец, человек, он воспринимает. То есть весь окружающий мир, видите, отображается на различных материальных носителях. На картине, на фотокарточке, на видеопленке, во внутреннем мире человека. Образ пейзажа неизменен на различных материальных носителях. Но этот образ, уже забегаем вперед, он что? Он различный. Здесь он цветной, здесь черно-белый, здесь он движется, здесь он и объемный, и так далее, с запахами и так далее. То есть качество отображения этого образа различные. Поэтому, ну не будем тут это усложнять, значит, вот это все, что мы с вами рассмотрели, характеризуется русской пословицей «нет вещи без образа».
Любая вещь материальна, и она имеет образ. И этот образ переносится на различные материальные носители разным качеством. Но, вот сейчас тоже важный такой момент. Вот эти объективные материальные вещи и процессы в том числе, они отличимы друг от друга, поскольку можно получить информацию о них. Вот смотрите, речь идет о деревянных предметах. Что здесь нарисовано? Здесь дом, построенный из дерева. Здесь лиственное дерево, а здесь хвойное дерево. Везде материя деревянная, а образы разные. Поэтому мы различаем деревянные вещи друг от друга, получая от них разную информацию. Но информация эта наделена чем? А разной мерой. В информации содержится разная мера. И вот здесь на картинке, то, что мы говорили обо Вселенной, нарисовано вот что. Давайте вот рассмотрим. Вот здесь мешок нарисован. И вот в этом мешке, значит, вся материя, все возможные состояния материи в мироздании. То есть вот это вот общевселенская мера. Здесь законы Ома, Киргофа, планеты, кометы, значит, галактики, все здесь. Мы все знаем вот из этой общевселенской меры? Нет, мы достаем оттуда что? Частные меры, общевселенской меры. И мы эту каждую частную меру взяли одну капельку и сравниваем ее с другой капелькой, с третьей капелькой, понимаете? То есть мы получаем различение между различными частными мерами общевселенской меры. Все. То есть опять я хочу сказать о чем. Любая вещь материальна, любая вещь упорядочена, имеет образ, и она наделена полнотой сведений о самой себе, то есть мерой, она размерена. И вот, вот эта общевселенская мера, смотрите, как она по-научному звучит, теперь я ее вот процитирую, и кто будет смотреть, значит, там на слайдах будет все это нарисовано. Это объективное, то есть существующее вне зависимости от нас, полное, полное, самое полное, многомерная матрица возможных состояний материи в мироздании. Вот общевселенская мера – это объективная, полная, многомерная матрица возможных состояний материи в мироздании. А мы различаем вот все эти частные меры путем освоения частных мер, получения частной информации из всей этой объективной полноты мироздания. Дальше смотрим. Формализация этого процесса какая? Есть один фрагмент Вселенной, есть другой фрагмент Вселенной. Каждый фрагмент Вселенной, в том числе и человек, излучает колебания. И эти колебания переносятся с одного фрагмента Вселенной на другой. Что передается? Передается информация, образ об этом фрагменте Вселенной. И он воздействует на другой фрагмент Вселенной каким-то образом. Ну, я вот пример, опять вернусь к самому простому. Человек и Солнце. На Солнце вспышка, а у человека сердечно-сосудистая система сжалась или разжалась. Что воздействовало на человека? Колебания. Солнечная активность, так называемая. А что такое солнечная активность? Это колебания, свет. Ну, даже, скажем так, на солнце, на пляже вы загораете, перезагорали, да? У вас там голова закружилась, что? На вас воздействовало там, когда вы на солнышке, я на солнышке лежу. Вот, значит, здесь должен быть, чтобы... Но отражается вот на этом фрагменте Вселенной разные качества отображения информации. И здесь то, что мы рассмотрели, порог чувствительности, система кодирования, частотный диапазон, поляризация и так далее. Значит, отношение к определению вот материи по Владимиру Ильичу Ленину. Почему? Потому что это во всех учебниках, в науках ленинское определение материи. Вот оно здесь дано материи, есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его.
значит, которые копируются, фотографируются, отображаются нашими ощущениями, и вот тут красным, существуя независимо от них. Давайте рассмотрим с позиции того, что мы с вами рассмотрели, ленинское определение материи. Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности. Что это такое? Это и есть материя, то есть объективная реальность. Мироздание в целом, то есть это и есть Вселенная. Вот это. Эта часть что? Вот она, Вселенная. Теперь, она дана человеку в ощущениях его, которые копируются, фотографируются, отображаются. Что такое копируется, фотографируется, отображается? Это масло масляное. То есть это все можно свести к одному слову – отображение. Это свойство всей Вселенной. Вот оно. Отображаться на других материальных носителях. А дальше, вот здесь у Ильича, чистый сатанизм, существуя независимо от них. А, то есть тогда получается чего? Это путь к погибели, потому что человек выпадает из гармонии мироздания. То есть на нас все отражается, а мы вроде не отражаемся, да? А такого не может быть. Вот, Вселенная существует как непрерывный процесс отображения. И вот эта вот фраза, это чистейший сатанизм, который ведет к тому, человек выпадает из мироздания. А за этим, представляете, какое мировоззрение стоит, да? То есть мы как бы, этот мир существует вне зависимости от нас. А как так? Когда во Вселенной все взаимозависимо и все взаимообусловлено. Вот вам ошибка. Вроде бы пустячок, да? А как говорил Козьма Прутков, от малых причин бывают очень большие следствия, которые отразились, в частности, и на судьбе нашей страны. Вот. Поэтому мир, значит, наш, материя, информация и мира, значит, процесс триединства, значит, материя, информация и мира. Материя и информация текут в мере предопределения, материя переобразуется по мере предопределенным образом. И получается таким образом, вот дадим теперь определение. Материя – это то, что преобразуется, переходит из одного состояния в другое, обладает упорядоченностью. И материя конкретно – это вещество в твердом, жидком, газообразном состоянии, плазма – это высокоионизированный газ, значит, элементарные частицы и кванты, статические и динамические поля, ну и сам физический вакуум. Ну так для, если по-рабоче-крестьянски, то есть, ну, можно ограничиться вот твердое, жидкое, газообразное, так сказать, и так далее. Что такое, вот говорят, энергия? Энергия – это переходная форма существования материи. То есть что такое пламя, плазма? Это когда твердое переходит в газообразное, выделяет энергию. Вот вам и энергия. Или наоборот, когда охлаждение происходит. То есть это переходная форма существования материи. Образ, информация, упорядоченность. Это вот оно вроде бы нематериальное нечто, но без материального носителя оно не существует. Вы не можете себе представить образ без материального носителя. Я вот смотрю на все, что здесь есть, закрыл глаза. И я могу представить вашу фотографию, там, эту картину, там, вот опять эту кинокамеру. Куда она пересела? Ее образ пересел на клетки моего головного мозга. То есть информация без материального носителя не может существовать сама по себе. Книга, что такое? Она содержит информацию, но на чем? На бумаге. А информация, буковки, это есть мера, то есть каждая буковка, каждое слово – это код, мера. Вот и все. Поэтому мера – это вот частная частица какая-то, значит, с помощью которой обозначается, ну, некий квант информации или еще чего-то, и она обязательно тоже бывает на материальном носителе. Значит, многомерность. Вот у многих, я специально такую вот картиночку нарисовал, здесь уже в Тюмени. Значит, мы говорим о том, что она многомерная, вероятностная матрица возможных состояний материи, меры. Вот смотрите, что такое многомерность. Вот двухмерность. Мы все ее проходили в школе. Ось абсцисс, ось ординат. Это двухмерная. И вот здесь, например, можно отобразить, ну, вес человека. Вот ребенок родился, время, а это его вес. Вот он рос, становился все полнее, и потом
на определенном уровне его там, ну, вес немножечко колебался. Трехмерность, мы тоже с вами изображали, трехмерное пространство, значит, это объем, здесь вот три оси уже, ось Z добавилась. И можно в зависимости от трех факторов любой процесс описать. Ну, например, тот же процесс уже можно от роста и веса и времени, вот это все сюда. А четырехмерный, как уже покажете, а уже графически нельзя, правильно? То есть, ну, не получится измерить. Значит, поэтому многомерность, вот если говорить о человеке, а мы тоже обладаем мерой, вот здесь эта многомерность показана так, смотрите. Один параметр человека, его вес, другой, его рост, количество волос на голове, вот сначала росло, потом выпадать стали. Давление, кровяное давление, оно тоже у него вот гуляло в течение жизни. Болезни всякие, вот он ими болел. Знания, он их приобретал, да. Процесс понимания, алгоритм обработки поступающей информации. То есть в пределе самая высокая частная мера человека – это способность обрабатывать поступающую к нему информацию. То есть как он, так мягко говоря, соображает. То есть как он владеет развлечением, пониманием процессов. Это тоже мера. Теперь возвращаясь, помните, мы рассматривали обрезание это еврейское. Вот это и нарушение как раз одно из мер. Причем самое главное, нарушение алгоритма обработки поступающей информации. Вот вам пример многомерности. А представляете, во Вселенной, вот когда говорят, значит, там третье измерение, пятое измерение, еще какая-то, фильмы фантастические. Ну, кто претендует на знание всей полноты многомерной этой матрицы возможных состояний в мироздании? Это посильно только вот, ну, Богу. Поэтому мы и говорим, многомерная, какая она, семимерная, восьмимерная там, ну, кто ее знает? Пока не знаем, может, когда-нибудь узнаем. Поэтому говорится о многомерности. Вот. Что удалось сделать древнеегипетскому жречеству, скрыв от человечества мира? А очень просто. Вот представьте, картинка нарисована. Вот человек, и он стоит перед выбором. Вот ложь, и вот есть истина. И человеку говорят, человек, ну-ка найди, где истина, здесь или здесь? И вот при такой постановке вопроса человек рано или поздно он придет к истине, он же не дурак, так сказать, он разберется, наломает дров, там ошибок, но придет. Вот чтобы человек никогда не пришел к истине, что сделало древнеегипетское жречество? Оно истину, правильное представление о мире сокрыло, а дало ложное представление. Как это сделали? Ложь разломили на две половинки, ложь один и ложь два. И говорят, человек, выбирай, что первично, материя или сознание? А истины здесь нет в этой постановке. Дальше ему говорят, кто прав, наука или религия? Тоже дуристика, мир един и целостен с точки зрения. Вот. И я скажу, что включение философской категории меры позволяет соединить науку и религию, то есть снять противоречие, вот этот принцип «разделяй, властвуй». Дальше нам говорят, какой строй лучше, капитализм или социализм? И ходят с красными знаменами, убивают друг друга, а на самом деле что? Глобальное невольничье, только при капитализме она обнаженная, и там видно, а у нас была скрытая тополитарная пирамида. То есть они тихорились, у них все было, да, но фактически было тоже, сейчас это обнажилось все, только и всего. Дальше нам говорят, какая экономика эффективнее, плановая или рыночная? Мы на вводной лекции говорили, план – это цель, которую надо достичь, рынок – способ достижения цели, противопоставление плана и рынку – шизофрения. Но вот это вот все, и вот вся эта шизофрения, вся наша наука, она, вот она, видите, она ложная. То есть надо менять всю матрицу. И в пределе, почему мы начали весь наш вот разговор, все кроется как раз в мировоззрении. Вот здесь все лежит. В основе этого все кроется.
фундамент этого, а дальше уже, если встал на правильную позицию, дальше у тебя все становится понятно. Если ложные позиции, дальше допускаешь ошибки, рано или поздно они вываливаются наружу. Ну вот другая та же самая картинка, вот она ложь. Поэтому четырех единство, вот этот ОМУН. Ведь теперь давайте посмотрим на этого ОМУНа, что такое. Богиня нет материя, неф энергия, пашт пространство и себек время. Вернемся. Что значит из этих четырех философских категорий ОМУНа верным какой является? Одно. Материя. Энергия. Неф. Это переходные формы существования материи. А пространство и время частные меры общевселенской меры. Они субъективны, объективны их нет. То есть человек взял и говорит, так, как я буду пространство мерить? Метром буду мерить. И меряет сначала локтями, помните там, килограммами, ну это вес уже, извините. Значит, а время, что такое время? Ведь времени во Вселенной объективно нет. Время – это субъективная характеристика, привнесенная человеком. Человек, чтобы мерить частотные процессы, а все колеблется. Я говорю, вот все колебания, все эти, значит, они имеют частоту колебаний. Поэтому он взял и начал мерить. Ага, день-ночь, колебания. День-ночь, сутки прочь. Чем меряем? Часами. Земля вокруг Солнца, один год. Все это соразмеряют и меряют дальше. Герцы, там, килогерцы и прочее. Все это берется от произвольно выбранной субъективно. А представьте теперь, вот скажем, человека нет, а время тогда где? Во Вселенной времени нет. То есть это субъективная характеристика, привнесенная человеком, которая позволяет мерить различные частотные процессы, проходящие в мироздании, по своей произвольно выбранной частной мере. Поэтому познать общевселенское мера, время можно только выйдя за пределы Вселенной. Пока нам это недоступно. Ну и как за нее выйти, если она вечна и бесконечна? Вот такая штука получается. Поэтому, ну а здесь это все повторение. Поэтому вот эта древнеегипетская ложь, материя, энергия, пространство и время, ей руководствуется вся академическая наука. То, что мы говорили, если помните, во вводной лекции о дианетике Рональда Хаббарда, я вам сказал, у них там вроде бы все хорошо, и там вещи, но у них в основе лежит система тета-мест. Это 4 мест. Matter, energy, space, time. Материя, энергия, пространство и время. То есть тот же самый древний ОМУН, аминь, амень, аминь. Вот. То есть вот, так сказать, ложное это понимание лежит. А на самом деле все процессы взаимозависимы. Они, видите, как в книге творения для посвященных. И то это не каждый понимает. И вот это... Книга Сузари – это в примечании, если вы возьмете книгу «Великие арканы Таро» инженера путей сообщения Шмакова, репринтное издание 1911 года, то там это мелким-мелким шрифтом, посмотрите, если мне память не изменяет, 225 страница, 10 аркан, очень-очень мелко написано так, и внимания не обратишь. Но там вот как раз это все есть, понимаете? То есть так можно и проскочить мимо. Вот. Дальше что? Вот о магии слова. Вот как работают маги, колдуны, волшебники. Ведь с этой точки зрения теперь вот понятно, как работают экстрасенсы, например. Вот смотрите, что они делают? Лекари все там, оккультисты знаменитые. А у человека все болезни, ну, пословица какая, все болезни от нервов, да? Вот. Поэтому все болезни вообще информационный характер-то носят. Ну, даже травмы и те информационные. Ну, не будем усугублять. Важно, что образ такой дам. Вот волх, есть одна из версий, волхвы русские, волхование. Это идет от слова воля и ховать. Воля ховать, волхование. Значит, то есть прятать. Ховать, прятать, воля. Значит, что происходит? Если человек живет в ладу с природой, вот он излучает колебания и получает колебания, да?
Значит, если эти колебания совпадают в гармонии с природой, то он, человек, как бы не светится, то есть его не видно, он это самое, живет в ладу с природой. Если он выпадает из гармонии, то есть живет не в ладу с Богом, вот с законами природы, то он начинает светиться, то есть, ну как светиться, в смысле наоборот, хуже, то есть засвечивается, то есть он проявляется на этом фоне, то есть его воля обнажается, он начинает изничтожаться, и он начинает болеть. Волхвы что делали? Они приводили его волю, ховали ее, прятали, чтобы он жил в единении с природой. Вот понятен образ, да, я так вот у вас, вот, как они это делали? Значит, сидит человек, он триедин. У человека материя, то, что он, из чего он состоит, да, ест, пьет там и так далее. Информационно он тоже одинаковый. У нас одна голова, две руки, два глаза, так сказать, один рот. Мы все похожие. В чем мы разные? Информационно, то есть мы тоже одинаковые. А разные у нас мера, разная мера понимания. А мера понимания в пределе, самая высокая мера, алгоритм обработки информации. То есть, вообще говоря, правила жизни, по которым мы живем. И если наши правила жизни, по которым мы живем, совпадают с правилами мироздания, то есть с Богом, то мы как бы захованы, то есть мы нормальные, мы там не высветимся, значит, не выходим за рамки этой гармонии, понимаете, да? Вот, значит, когда его мера разрушена, она начинает светиться, то есть выходить за рамки этой гармонии. Человек заболевает, потому что на него действуют более мощные все эти факторы. То есть надо привести меру в порядок. Что делает волх или экстрасенс по-теперешнему или еще кто-то? Он приходит, на этого кролика смотрит. Этот сидит кролик, там у него что-то, значит, ну там язва, предположим, болеет, то есть от злобы там или что-то, значит, язвочка. И он у него, значит, там шу-шу-шу, пошептал что-то, пуш-пуш, а! И тот бах, тот смотрит. То есть что он делает? Он под информационным воздействием, а любая молитва там или мантры, это колебательные процессы, они передаются на этого кролика, у него под воздействием этих колебаний и мантр меняется мера в ту или на другую сторону, приводится в порядок. Мера изменилась, в соответствии она за собой изменяет информационное состояние человека. Раз, два изменилось, третье придет само. И язва проходит, поняли, да? Я вот встречался с этими экстрасенсами, они, как правило, женщины, ну, потому что, так сказать, меньше пьют там, вот. И спрашиваешь там, вон, Нина Николаевна была такая в Кронштадте, вот, а чего вы? Он говорит, а я ничего не знаю, вот мне бабушка сказала, если ты вот посмотришь, вот если у него цвет лица такой-то, роговица там, ну, на глаза такой-то, значит, еще такие симптомы, ты дочкой эту молитву пошепчи. Если, значит, другое там что-то, ты эту молитву, травку такую дай там, чувствуете, да, то есть под каждой, она даже не понимает, что вот, а триединство позволяет это осознать. Я не знаю там, какая трава нужна, для чего и какие молитвы, но я знаю, что механизм вот такой. А дальше только остается, что подобрать. С этой точки зрения, вот эти мантры самые, когда речь идет о звуках и так далее, вот русские песни, почему эти ритмы вредные, и они зомбирующие, и почему русские песни такие протяжные, мелодичные, они что делают? Значит, у каждого органа внутри человека своя резонансная частота, то есть у сердца одна, у легких другая, там у печени третья, поняли, почки четвертая, и поэтому, когда песню поешь, там, или вот мантры все знают, там это значит буддийские. Что это делают? Это звуковыми колебаниями они как бы производят внутренний массаж органов. Значит, ну вы знаете, вот чтобы мышцу привести в порядок, надо помассировать. Так и здесь то же самое. У нас в русских песнях это было естественным путем. Садились, хоровое пение, и без всяких мантр приводили себя, потому что вот эти звучания, да еще хором, хоровое пение приводило в лад, то есть человека в меру, вот. А эти ритмы, такие рваные, они как раз зомбировали тип психики,
Помните, почему в песнях дается некая целостность, а в этих ритмах дается частность, то есть человек зажимается, бей-бей, барабан, за родной Биробиджан, то есть все. Поэтому формируются зомби. И, кстати, они так вот и есть, эти все мелодии, барабанные ритмы, значит, в такт, между прочим, половым колебанием, вот во время полового акта, так сказать, почему сейчас все эти даже на сценах-то эти гитаристы изображают телодвижения, это вот эти схожие, это приводит в состояние животного типа психики. То есть важно понять, что вот из того, что мы сейчас с вами познакомились, любой процесс передачи информации от одного фрагмента Вселенной к другому, а тем более человеку, это и есть процесс управления человеком. Другим хочет этого кто-то, не хочет. Все, передал информацию, ты уже управляешь. Другое дело, как она там отразится, значит, это уже зависит от качества той информации, которую ты передал кому-то. Понимаете? Вот. Поэтому, возвращаясь вот к этому, сейчас речь пойдет о журналистах в том числе, вот о наших этих, о телевидении и так далее. Что такое слово? Вот у Федора Ивановича Тютчева, помните, такие строки есть. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Вот Федор Иванович Тютчев мог так говорить. Почему? Он жил в том информационном состоянии, когда ты сказал, а плоды твоей деятельности, вообще говоря, твоего управления скажутся через там десятки лет, тебя уже не будет. Сейчас, когда обновление идет быстро по закону времени, да, болтать о том, о чем ты не имеешь представления, о глобальной политике, вот, о всем том, что есть в концепции общественной безопасности, недопустимо, потому что ты являешься орудием и инструментом разрушения. И вот рассмотрим. Смотрите, что здесь на картинке изображено. Итак, вот триединство: материя, информация, мера. Применительно вот к магии слова и особенностям человека, что мы видим? Материя. В жизни людей есть некие явления, любые. Забастовки, там, неплатежи, что там, наводнения, что хотите. То есть вот материя. Информация – это образы этих явлений. И мерой является слово. То есть мы каждое явление в нашей жизни наделяем соответствующим словом. Кинокамера, человек, забастовка, наводнение, убийство, там, да? Значит, реформа. То есть многие слова. То есть и под этими словами каждый человек понимает образ свой соответствующий. И поэтому смотрите, какая кольцевая замкнутость. Вот есть явление, у этого явления есть образ, и этот образ наделяется словом. Люди произносят слова, у других людей это вызывает соответствующие образы, и в соответствии с этими образами люди понимают или не понимают те или иные явления. И если слова правильно описывают образы, искажений никаких нет, и вот этот процесс нормальный, все согласованно идет. Слова правильно наделяют те явления, которые есть в жизни людей. А теперь представим, вот здесь, если слово искажено, то есть наделение образа неправильным словом, либо по незнанию, либо по умыслу, вот то, что мы даже во вводной лекции рассмотрели, СССР распался, масло подорожало, помните, да? То есть я слова произнес, понимаю, я это не понимаю, я исказил. СССР разрушен целенаправленно. То есть вот эти слова, они, значит, что, исказились по незнанию. Или другой пример, не вот на этом этапе искажение произошло, а явление, значит, искажается на уровне создания образа, как вот этот квадрат Малевич, то есть это чисто болезненное воображение, когда все эти абстракционисты, они рисуют то, что реально в жизни нет. То есть этого нет. А, и эти образы искаженные, а за ними идут искаженные слова.
И дальше, если искажено вот здесь и вот здесь, то есть образ искажен или явление искажен словом либо образом, то вот эти искаженные слова, мера, они вызывают искаженные образы и приводят к формированию искаженных явлений. Все. И это, в свою очередь, ведет к устойчивому воспроизводству искаженных образов в сознаниях миллионов людей, которые приводят к понятиям. Вот что такое понятие между словом и понятием? Понятие, если в словаре Даля посмотреть, там есть понятые берега. То есть, когда луга, вот пойма, понятые, то есть заливаются водой. Если перенести вот этот образ на нашу жизнь, понятие, когда оно охватывает множество людей и становится привычным, приемлемым для них, вот это вот понятие, то есть так и должно быть. Вот это становится понятием в образе людей. И если эти понятия несут ложные представления, концепция национальной безопасности. Какую национальность? И вот писать, казалось бы, что просто? Ведь мы же общество, много национальностей. Чего вы называете концепцией национальности? Ну так принято. Кем принято? То есть слово «кот», и нельзя к нему относиться. И тогда происходит что? Вот по этой картинке. Влад Листьев, он сам себя убил. Почему? Он с экрана телевизоров нес людям что? Последняя его передача была о чем? О киллерах. То есть он им рассказывал, причем наделял это явление неправильной мерой. Да еще преподносили это в качестве геройства. Или давайте скажем так, вот последнее, ладно, Влада Листьева там уже многие забыли. Фильм вот этот, «Бригада», да? То есть кто там? Там прославляются эти убийцы вообще, из них делают таких героев. А молодежь-то смотрит, маленький. Они это воспринимают, и для них это становится обычным. И потом эти юнцы, которые смотрели, они убивают Сашу и Машу, профессора этого, как его, Добренькова. А он доктор социологии там. И он возмущается, как же так, убили мою Сашу и Машу. Так ты, социолог, и научил этому, вот через всю эту систему культуры, в которую несешь. И теперь совсем примитивный пример, вот я вам расскажу, значит, и тем, кто смотрит. Я одно время часто был в Севастополе. Это 95-й, 96-й год, вот 97-й. И там мне вот рассказали такую вещь. Значит, ну а почему я там был? Вы знаете, там напряженность такая, Крым отсоединяли тогда, русские там офицеры присягу там не принимали и так далее. То есть... ну, как бы хотелось там раскрутить эту ситуацию и так далее. Так вот, там мне рассказали вот какую вещь. Значит, в детских садиках резко возрос травматизм, причем страшный. Когда стали разбираться, то оказалось причиной травматизма такая штука. А тогда, помните, только появлялись в массовом среди людей видики, западные фильмы и так далее. То есть, ну, видеоаппаратура, и дома смотрели эти видаки. А все видаки какие? Бей, беги, убивай и так далее. И это привело к чему там? Никто же не задумывался. Сидели маленькие детишки на горшках в детском саду, так сказать. Приходили домой, папа, мама включали. И там этот Шварценеггер, понимаешь, с этой трубой, помните, там протыкали, били, громили, стулья об голову, значит, столами вставали и дрались. Ребенок не понимает. Ну, для него это как бы само собой. И дальше происходило что? Приходит Петя, Вася в сад, он Шварценеггер, берет стульчик и Вовочку шандарах по голове стульчиком, у того перелом основания черепа. Понятно? Что это? Это вот формирование вот той культуры, ну, которая приводит к неправильному пониманию, из детства. Это вот простейший пример на уровне бей-беги, то есть ударил, и, так сказать, оставил человека калекой. А сколько теперь ложных представлений несется не только вот на таком, ну, на физическом, что ли, уровне, а на уровне более, значит, тонких, так сказать, пониманий, понятий, когда внушаются ложные идеалы, так скажем. Через чего? Через слова. Вот вам роль
журналистов и так далее, телевидения, которые сами не ведают, что творят, которые формируют у людей ложные представления, не наделяют это четкой мерой понимания, не зная причинно-следственных связей, они тем самым углубляют этот инфернальный. С точки зрения ведения холодной войны, то, что мы с вами уже рассматривали, смотрите, что происходит. Нам что, разве с экрана телевизора одна ложь идет? Нет. Нам рассказывают, там убили, там зарезали, там взорвалось, там и так далее. Все. Человек смотрит на это дело и думает, все, пропало, стакан хватанул, пропадя на пропадом, все, ничего, Россию не спасешь, и все. Этого только и надо. Кто это делает? Что, все журналисты их всех позвали и говорят, так, ты там иди, на тебе баксы, иди, уничтожай собственную страну. Нет. Они делают это по своей дури, не понимая вот этого. И слово их, в отличие от Федора Ивановича Тютчева, отзовется, как оно отозвалось на Листьеве, на профессоре Добренькове. Почему? Потому что по закону времени все события происходят быстро. И ты сказал, и тебе твое слово вернется. Вот как с точки зрения триединства понимается мера. Вот. Другой тоже такой пример наглядный. Это вот здесь изображена планета, и речь идет о цивилизациях. И вот нам, России, навязывается либо западная модель, либо восточная модель. И нам говорят, вот, западные ценности и так далее. А Россия ни туда, ни сюда не вкладывается. Почему? Потому что с точки зрения материи, информации и меры, вся человеческая цивилизация, хотим мы этого или не хотим, она находится под более иерархичным управлением. Так вот, цивилизация западная, она состоит из множества стран, там ведь на Западе есть Франция, Германия, да, Англия, значит, что там еще, Франция, Испания и так далее. Но все они, в принципе, у них идеал чего? Нажраться, напиться, накуриться, трахнуться и так далее. То есть это материалистическая цивилизация, основана на том, что улучшать все растущие материальные потребности. И там много стран. Восточная цивилизация – это цивилизация духа. Там культивируется что? Значит, уход в себя, самосовершенствование там. В Индии, в Японии и так далее. А Россия, она не вкладывается ни туда, ни сюда. И нам пытаются, с одной стороны, западные ценности, там пример Шварценеггера, еще чего-то, западные модели экономики, либо восточные. Даже если с точки зрения единоборств, обратите внимание, у нас вот все спортсмены, у них, как там этот... замок Шаолинь, да, еще чего только, все там вот эти единоборства. И никто уже забыли, что русские витязи при Святославе раздевались догола, вводили себя в состояние транса и голыми шли на конях, так сказать, и мочили там хазарский каганат, будь здоров. То есть владели такими единоборствами, в том числе ходили между собой в кагерен. Навязывают западные ценности, это все утеряно. А Россия упирается. Почему? И причем мы не приемлем ни западную модель, ни восточную. Почему? А потому что Россия сама цивилизация, а не государство. Цивилизация и меры. И причем мы в этом смысле обогнали и западную цивилизацию, и восточную цивилизацию. В чем? А пример очень простой. Смотрите. Западная цивилизация, состоящая из множества государств, только сейчас подошла к созданию, значит, единой валюты, разрушению границ, Европарламент у них, да, только-только, вот только-только. А Русь в одном государстве объединила в себе интересы и нанайцев, и татар, и русских. И якутов, и чувашей, да? То есть, получается, мы тоже цивилизация. Но цивилизация отличная от тех, чем? Мы уже это прошли. И у нас была и единая валюта, и не было границ, и была, между прочим, вдумайтесь, единая
культура многонациональной России. И я вам скажу, вот особенно молодым, уже, так сказать, с высоты прожитых лет, я еще помню, как воспитывалась дружба народов при Сталине. То есть фонтан был на ВДНХ, дружба народов. И нас так учили, были дни там литературы, все, вы вам это как бы сейчас в диковинку, но тогда это было все. И там и грузинские пляски, всегда концерты, все. И ни одна культура в России, ни один народ не были уничтожены. Были издержки? Да, потому что, ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. И причем ошибки были как раз вот после Сталина. А тогда все было. Значит, в отличие, например, от Штатов, они уничтожили многонациональную цивилизацию. Вернее, цивилизацию индейцев. Да, многонациональную, там, индейских племен. Просто вырезали. У нас до сих пор все сохранилось. И у нас была единая валюта. И теперь смотрите, Запад объединяется, рушит границы, создает единую валюту, а нас они разъединяют. Границы делают, значит, вводят тугрики там и прочие, значит, эти киргизские, как их, ну, неважно. Значит, вот вам, так сказать, а не получится ничего, история обратного хода не имеет. Поэтому мы говорим, цивилизация состоит вот в соответствии с триединством наша западная цивилизация, цивилизация материи, восточная цивилизация, цивилизация духа, и Россия – это цивилизация меры. И когда там вот в местной газете уже издевательски написали, значит, что там генерал Петров на митинге сказал, что Франция и Япония войдут в состав Святой Соборной Справедливой России, спокойно. Теперь смотрите, процесс концентрации управления производительными силами человечества объективен? Объективен. Земля – подводная лодка? Подводная лодка. Отсеки объединены? Объединены. Трубопроводы газа, нефти, интернета проведены? Проведены. Россия – один из отсеков. Япония – отсек. Франция – отсек. Мексика – отсек. По каким правилам будем жить? По западным разделяй и властвуй. Тогда ухайдокаем, отсеки пойдут друг на друга. Лодка грабанется. Значит, надо наводить на лодке какой? Новый мировой порядок. Какой? Вот такой. Логично. Поэтому да, будут страны, народы. Но вопрос, как между собой будем жить? То есть должна быть одна глобальная цивилизация. Если хотите, одно мировое правительство. Но по каким правилам будет это правительство управлять, так скажем? По этим правилам? Я хороший, вы все дурачки. А по этим правилам, а все мы люди, и каждый человек индивидуален, понимаете? И каждая страна, и каждый народ имеют право на жизнь и так далее. А не так, когда одни господствуют над другими, и будешь господствовать, а они над тобой не будут господствовать. Вот как с точки зрения триединства материи, информации, мира воспринимается и вот этот процесс. Значит, поэтому, что мы говорим? Вот здесь изображена схематично вся Вселенная, вот здесь галактики, кометы, вот, значит, Земля, на Земле живет человек, все процессы во Вселенной колебательные, значит, каждый фрагмент Вселенной передает информацию на другой фрагмент, этот фрагмент передает на этот фрагмент, все взаимозависимо и взаимообусловлено, все процессы колебательные, и человек, он не выпадает по Ленину из вот этого процесса отображения, это значит быть вне мира, что он, ну, просто этого не может быть. Человек должен жить в ладу во Вселенной. Поэтому материя и информация изменяются по мере развития всей Вселенной. А Вселенная, она, ну, забегая вперед, она обладает интеллектом, который мы дальше рассмотрим. И я уже говорил вот эту цитату определения Аллаха, значит, в Коране сказано. То есть интеллектом обладает не только человек, но и все и фрагменты Вселенной. Вот что такое интеллект, у нас будет посвящена одна из лекций. Ну, пока вот всего сразу не расскажешь. Вот, поэтому параметры какие вот определения? Вселенная вечна, она не ограничена в пространстве, она бесконечна. Она зарегулирована, значит, в режиме работает вечного двигателя. У ней... Вселенной есть неживая материя,
который имеет вечный код, и живая материя, которая может возникать, а может исчезать. Вся материя во Вселенной упорядочена, и все процессы во Вселенной носят колебательный характер. Вот. Время – это субъективная категория, привнесенная в человека, мы уже говорили. Значит, и вот есть разное время. Вы даже, так сказать, многие сейчас связываются с компьютерами, вы знаете, в компьютерах есть так называемое машинное время. То есть можно процессы, которые происходят в реальном мире, они с помощью вычислительной техники сжимаются, и там то, что длится десятилетиями, столетиями, происходит за несколько секунд. То есть это вы знаете. То есть машинное время, биологическое есть время и так далее. Вот. Тонкий план, невидимые миры. Это речь идет только о частоте колебаний. Вот если мы находимся вот в таком частотном диапазоне, значит, время сравнения такое, а они, то есть тонкий мир, в высокочастотном диапазоне, вот, то их информационная емкость гораздо больше вот нашей информационной емкости, и мы ее просто не воспринимаем. Поляризация тоже важна. Вот здесь, ну, графически попытался изобразить. Вот это вот как бы вертикальные колебания, да, вот мы. А вот эти вот горизонтальные колебания, поляризация. И тогда вот мы отсюда, мы чего? Мы ничего не видим, мы видим прямую. Мы этих колебаний-то не видим. То есть вот мысленно представьте, мы колеблемся вот так, а они колеблются вот так. И мы не видим этих колебаний. Для нас это прямая линия. То есть чтобы увидеть тонкий мир, надо расширить свое информационное состояние. Спираль эволюции. Вот нам в училище, я помню, полковник Шендрик читал, он рисовал на доске такую, как вот яйца взбивают, то есть спираль эволюции, не конца, а сначала, то есть куда она идет. Здесь более четко в концепции общественной безопасности. То есть вот есть воронка со ступенчатыми краями, и в ней укладывается канатик. И вот каждый виток является основанием для второго витка на него. Если предыдущего витка не будет, то будет срыв, канатик упадет. То есть каждый виток является основанием для последующего витка. Вот. Поэтому спираль эволюции, ну это вот образ, а вообще она разворачивается по многомерной вероятностной матрице возможных состояний материи. И выход на новую ступень только по мере насыщения информационной емкости. Необратимый выход на новую ступень только после информационного насыщения на предыдущих этапах. Ну вот в частности я вам уже говорил о Рохлине, да? Вот он пытался обогнать меру развития. То есть о чем мы сейчас говорим? Чтобы нам в России выйти из этого состояния, надо, чтобы общество, ну, насытилось вот этим. Иначе ты выйдешь, скажешь, а тебя не будут понимать. И это приведет к катаклизму, то есть люди будут убивать друг друга. Вот вроде бы очевидный факт, он является одним из основных, основополагающих моментов программы нашей партии. Но его можно понять только после вот того, что я рассказал. А для того, кто этого не понимает, для него быстрее, вперед, я хочу сейчас. То есть, и не, он не понимает, что он может погибнуть в этом сейчас. Нет, нет, я хочу сегодня, нет, 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 я хочу сейчас. Ну, я тоже хочу, то есть думаете, а не получится просто. Нельзя обогнать меру развития. А они вот это вот называются пламенные революционеры. То есть им не важно чего, лишь бы, так сказать, все. Ну и последнее, то, что случайности не бывает. Любая случайность – это статистическая предопределенность. Вот. Поэтому взаимная вложенность процессов, она выглядит так. Вот то, что мы говорили. Вот есть Вселенная, она развивается под руководством, так скажем, Бога по своей общевселенской матрице, вот воронка ее. В эту воронку вписаны все другие воронки. Вот, ну можно говорить здесь галактика, ну вот в частности Земля. И вот биосфера планеты Земли развивается вот по своему, по своей матрице. А в этой матрице биосферы Земли есть человечество, как суперсистема. И в этой есть каждый отдельный человек. То есть каждый фрагмент Вселенной развивается по своей матрице. Но важно понять что? Что если какой-то фрагмент Вселенной пренебрегает воздействием более мощных факторов, воздействующих на него,
то у него ничего не получается. Поэтому смотрите, с точки зрения теории управления, как происходит. Вот Вселенная – это водитель, а вот это автомобиль. Вселенная управляет автомобилем, Землей. А от Земли идет обратная связь. То есть показывают датчики давления, там, наличие бензина и так далее. Вот. То есть это прямая связь, а это обратная связь. Вот в достаточно общей теории управления мы это более подробно потом рассмотрим. И пренебрегать воздействием управляющим со стороны вот этих процессов, биоритмов космоса, вернее, ритмов колебательных космоса, процессов, протекающих в биосфере планеты Земля, это самоубийственно. Значит, надо их всегда учитывать при принятии решений жизнеустройства. Поэтому вот эта методология, с чего мы начинали, значит, она является основой для восприятия, мировосприятия. Значит, и если человек правильно воспринимает, то он и действует правильно. Вот благодаря этому мы с вами замкнули весь цикл. Значит, подводя итог сегодняшней лекции, значит, вот по триединству материи, информации и меры, что можно сказать, так, если очень коротко? Значит, человечество подведено к тупику, вот этому глобальному системному кризису, значит, благодаря тому, что древнеегипетское жречество дало людям неправильное представление о мироздании. И потребовалось долгое время, но все равно, как веревочки не веся, а конец всегда придет. И это привело к глобальному системному кризису. Чтобы теперь выйти из этого глобального системного кризиса, надо встать на верную точку зрения, чтобы правильно понимать окружающий мир. Значит, верное мировоззрение и ложное мировоззрение. Значит, ложное нам подсунули, и долгие годы было господствующим, принцип «разделяй и властвуй», постановка основного вопроса, что первично, материя или сознание. Ложная постановка. На самом деле все процессы во Вселенной взаимозависимы и взаимообусловлены, и все процессы носят колебательный характер и представляют процесс триединства. Материя переобразуется по мере развития. Материя, информация, мера. За счет сокрытия меры глобализаторы реализовали принцип управления «разделяй и властвуй». Вот включение понятия «мера» позволяет стать человеку на правильное мировоззрение с тем, чтобы правильно понимать окружающий мир и правильно принимать решения для того, чтобы осознанно действовать вот в этой сложной обстановке. На этом мы эту лекцию заканчиваем и дальше будем рассматривать глобальный исторический процесс.